Зачем не пробуждает? Ну что это за романс вообще? Как ты думаешь? Основной романс. Ну и что? Прекрасный романс. Классический романс. И... А текст-то когда-нибудь задумался над текстом? Нет. Это Пушкин, между прочим. А это Пушкин. А ты не, ты просто слышала звуки. Ну давай, Шурочка. Можно, да? Не пробуждай воспоминаний минувших дней, не возродить былых желаний в душе моей, в душе моей. Не возродить былых желаний в душе моей, в душе моей. И на меня свой взор опасный не устремляй, не устремляй мечтой любви, мечтой прекрасной не увлекай, не увлекай мечтой любви, мечтой прекрасной не увлекай. Не увлекай, но кто ее огонь священный мог погасить, мог погасить? Тому жизни незабвенной не возродить, не возродить. Тому жизни незабвенной не возродись, не возродись. Ну давай еще вот это цветы роняет, лепестки на песок. Да ты что, Икся? Ну ты что, я сейчас... Ну тогда попроще, что ты можешь? Попроще. Давай. Так плохо было, ну что? Знаешь, что можно? Можно, знаешь, что сейчас? Миг. Есть только миг, но тоже трудно. Это песня, причем здесь романс? Не, романс для тебя. Ну тогда давай средь шумного бала еще раз. Давай. Да. Это все, вот это вот все грязь, вот это вот, она тоже симпатичная, эти разговоры вокруг. Это тоже, это жизнь. Случайно в тревогах мирской суеты
тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленный свирели, как море играющий вал. Мне стан твой запомнился тонкой, и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый предеть, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустная грустно так засыпаю. И в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя я, не знаю, но кажется мне, что люблю. А Лермонтова не вспомнишь? Выхожу один я на дорогу. Там тяжело. Сейчас, подожди, надо. Там тесситура высокая. Тесситура, значит, текст, текст. Тесситура, я люблю говорить. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так грустно и так больно? Жду чего, жалею ли о чем? Чего жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я хотел забыться и заснуть, я хотел забыться и заснуть.
тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в душе дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел надо мной, чтоб вечно зеленея темный дуб склонялся и шумел, темный дуб склонялся и шурочка, вот таке. Вот так говорю українською мовою, вот таке. Теж у нас був ведучий детской программы, дед Панас такой, и вот он в какой-то момент показывал мультики, как конференсье, ну, как в детской передаче, ну, как тетя, как ее звали, вот это вот, Леонтьева, только в украинском, и вот он в какой-то, тетя Валя, и он в какой-то момент в эфире сказала, вот такая хуйня, малятки. Его уволили. Так вот он объяснял что-то. Напился, видимо. В эфире вышел где-то. Ну ты распелся, что-то еще хочешь? Душа что-то хочет? Не имею в виду, дело в том, что голос звучит, я не пил сколько вообще, месяца 4, наверное, вообще. Раньше распевался романсами, рай уйдет, я пою романсы. Может, вы, мамочка, свое споете что-то вместе? Вы же понаписывали себе песни понаписывали. А там музыка чья была, вот там, где текст вы написали? Ну, кто мог знать? Это кто? Вы музыку придумали? Это рай. Музыку написал? Да, я стихи. Ну, спойте уже. Она... Хорошо. А не будет тогда ловить? Будет. Там пайбан, у меня же связка здесь не смыкается сейчас. Ты же один сначала поешь. Ну там же доверху рай, там такой интервал идет. Ну кто мог знать, что это так произойдет. Ну, кто мог знать, что вновь любовь ко мне придет через года, когда ручей в объятиях льда и в вечность падает звезда через года. Ну, кто мог знать, что это так произойдет? Ну, кто мог знать, что вновь любовь ко мне придет через года, когда ручей в объятиях льда и вечность падает звезда через года.
Ну, это надо вообще, чтобы это звучало вообще. Это не должно заканчиваться здесь. Потрясающая вещь. Вы, это вашей любви вещь. А можно написать еще одну стихи? На Дерибасовске. Хочешь? Да, конечно. И сколько мы с тобой не постояли. Вот этот. Ну, я не помню. Я единственное помню, что этот самый прибег и все. А ты вспомнил? Осталось далеко конечная весна. Но я люблю тебя, люблю сильнее, чем прежде. И так же, как тогда, кружится голова. И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели. Очинят я шлю кругом метели. Снова будет, будет снова звон копели. Так, это проходящий. Да? Мама, я тебе хочу сказать, что ты же никогда текста не знала. Тут вспомнила. Да, она учила, месяца два учила текст. А на висках твои, на тая седина, но ты не верь тому, что к нам вернулась стать. Поверь, что в жизни есть такая полоса. И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели. Отпустят я тебя кругом метели, снова будет, будет снова звон копели. Вот это последний.